Шестой раунд межсирийских переговоров в Астане может завершиться соглашением о четвертой зоне деэскалации в районе Идлиба. Такое мнение высказал политический аналитик, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. По той информации, вот, которую я располагаю, стороны направляются туда, имея какие-то предварительные договоренности о соглашение. Это показывает, что все-таки там встреча уже на рабочем уровне подготовлена, и будем только надеяться, что закончится разумным решением, а разумное решение в том, чтобы прекратить огонь ни у одной из сторон, конфликтующих в Сирии, кроме итогового заключения договориться друг с другом. Потому что отсутствие договоренности – это продолжение военных действий.